президенттің пәрменінен кейін жол сапасын тексеру туралы қазір біздің қаламызда толық масштабты жұмыс басталды. Мы полномасштабно развернули работу по проверке качества дорог. В нашем городе Усть-Каменогорске в 12 улицах проводится ремонтная работа, это средняя ремонтная работа, работает 12 технадзоров. Имеем несколько нарушений, мы сегодня вам наглядно это показали, это по улице Мостовая, это по улице Славская, на улице Горького. Тоже на улице Горького у нас по пандусам нарушения мы видим, по улице Славская по бордюрам, по улице Мостовая по асфальтовому покрытию. И все нарушения, которые мы выявляем вместе с технадзорами, вместе с нашими мобильными группами, они делаются за счет подрядных организаций. Производится средний ремонт автодороги улица Мостовая от проспекта Нурсултана Назарбаева до пересечения улицы Скарбышева. Допущены нарушения при производстве дорожных работ. Подрядчик ознакомился с ними, сделаны также журнал технического надзора замечания. В ближайшее время будут устранены все эти замечания. До устранения работы пока приостановлены.